И всем здорово, на связи Луфайер. Сегодня в этом видеоролике у нас будет с нуля до миллиона гриферством на таком проекте как Арисмайн. IP данного сервера можете видеть на своих экранах, а также он будет в описании. Поэтому залетайте, играйте вместе со мной. Поэтому не ленись, поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий. Ну я всем желаю приятного просмотра, ну и мы начинаем, поехали! У меня есть вот такой деревянный топорик, а также 45 тысяч на балансе. Мы тапаемся на варп-ах, после этого бежим к травнику. Нам надо у него сейчас закупить очень много силы, это нам понадобится для нашего ролика. Все силки мы вылаживаем в эндерчест, кроме одной. Папаем силку и сейчас идем кого-то искать, нам надо найти какого-то кит-стартера. Так, у нас идет какой-то челик, вот, он у нас без силки, мы его сливаем за два удара, но у него был топовый топор. Алмазный. Если бы у меня еще был щит, мне кажется, я бы сейчас каждого тут порубил, но я уже добыл свои первые ресурсы. На меня хотят какие-то чувачки, походу, напасть, да, мы ему проносим щит. Сейчас будем его бить, он у нас все проигрывает. Блин, у него тоже не было ботинок. Мне надо сейчас добыть ботинки, чтобы я был в full kit старте. И после этого уже можно будет пойти на какого-то алмезника. Ребят, я нашел первого алмезника, да, мы сейчас с ним будем пехаться, я думаю, мы его убьем. У нас, конечно, дамаж с топора, но мы его убили. Да, у него был обычный меч. Блин, я думал, что у него 3 дона. Но у нас есть тупо уже фуловые, конечно, нечарные. Но самое главное, то, что у нас есть алмазка. Это очень-очень круто. Теперь можно попробовать добыть чарную. И, в принципе, сделали только третий килл, у нас уже есть алмазка. Я вижу очень много различных алмазников. Но, если честно, никто не хочет со мной идти в кабинку. А хотя нет, хотят. Мы ему сносим щит. Он нам просто типа закликивает, чувак, что ты делаешь? Все, мы походу сейчас добудем чарную алмазку, да? Это у нас Пандар, Пандар, этот сервер еще кит. Офигеть, он даже силку не забафу. Вот это имба. Что наберем? Переодеваемся, что могу вам сказать? Как бы вообще топово. Я где-то минут 5 тут ходил, я прям выискал момент. Я этого челика уже заметил, я хотел за ним пойти. И вот, наконец-то, я его подловил на момент. Так, мы идем с чувачком по ВП-шку. Давайте мы ему сейчас носим вот так вот щит, делаем ему уже ударчик. Думаю, мы его побеждаем, так сказать. Хотя он нам сейчас такую тыку сделал лютую. Все, мы его убили. Да, это у нас кит Феникса, Пандара. Охренеть. Ну, просто таких лютых челиков. Также меч Феникса, Кеплик и, конечно же, еще одна сила. Мы уже имеем две алмазки, вы понимаете? То есть мы так быстро их добыли. Я уже почти забил себе эндерчест. Я думаю, можно выкинуть какие-то особо ненужные нам ресурсики и положить нашу алмазочку. Также, не, баффик нам не нужен, думаю. Возьмем, ладно, два баффика. Это нет, ладно, не надо. У меня full the 2, вы понимаете? То есть моя цель вообще на этот ролик была за 4. Я думаю, то, что мы скоро ее сможем добыть. У меня сейчас немножечко подлагивает, я боюсь, что этому челику солью, но я с ним все-таки пошел в ВП-ху. Так, это у нас чё? Челик, ты адекватный вообще? Сэр, вы адекватные? Я не понимаю, что вы там сверху делаете? Так, мы ему делаем тыки. Когда ты там сдохнешь уже, алё? Я не понял. А сколько тебе тык надо сделать? Я не понял. О, все, я убил. Я думал, реально я уже сдохну. Потому что, ну, мне кажется, это читер какой-то был. Какого хрена он вообще полетел? Но мы его убили. Мы не слили свой сетик. Он был у нас без чарки. Я думал, то, что он вообще, типа, нубик. Но он так... по себе нубик, но так-то он еще и читер. Ребятки, мы сейчас будем поехаться с данным чувачком. Давайте мы ему делаем такую тыку. Что он вообще у нас делает? Я не понимаю. У него килау разбилась. Это у нас читер был. Это еще одна за вторая. Это было очень угарно. 4 гэпла, заговора мне 2. Это имба, но то, что у него вот так вот килка, типа я стою тут, а он вот так вот бьет, бьет, помогите. Я забился уже full ender chest, также почти что full инвентарь, то есть мне реально уже надо строить мини-хату. У меня, в принципе, дерево, нет, пофиг, короче, сейчас его добудем, и потом я уже буду настраиваться на каких-то мини-топеров, потому что цель остается верхней, это за 4. Конечно, лютый склад, ну как бы, сейчас я его еще заприватчу, он будет настолько лютый. Вот просто, вы еще такого не видели, делаем так вот, называем топовый РГ. Можете приходить, так-то мне пофиг, я после ролика еще защищу свои сундучки. Когда мы это все вылаживаем, у нас уже очень много богатств. В принципе, мне это, конечно, будет довольно долго перепродавать. Можно попросить какого-то донатера, чтобы он нам все это починил, тогда это уйдет еще дороже. Все, у нас залетел тут алмезник. Давайте попробуем его сейчас исцелить.
АВМ Гэплик. А, у нас вышел что? Иди сюда, чувак, я уже перед тобой забафался. Ты охренел, выходить он мне тут будет. Делаем так, делаем вот так вот. И сейчас будем прописывать ему лютые удары, и мы его убили. Это еще на за первое. У меня, мне кажется, уже веса на 1050 выбил. Так, ребятки, на меня напал челик. Давайте мы ему сейчас снесем щит. И будем его в ответ дропать. У него незаритовый меч, насколько я вижу, да. Но сейчас попробуем убить. Пожалуйста, убить, убить, добить, добить. Да блин, я его не убил. Нет, убил. Что? Офигеть. У него реально незаритовый меч. У него столько бафов. Чел, как ты меня не убил? Я просто реально я притворился. Меня еще немножко подлагало. Это у нас Фобоска. И также Z3. А, охренеть. Вы просто понимаете, что сейчас выбил? Вы, блин. Вы понимаете то, что я просто где-то... Ну, очень быстро, где-то минут 30 поехался, и я уже выбил такие ресы. В принципе, я думаю, то, что можно еще попоехаться, выбить еще немножечко ресурсиков. Давайте эту березочку сломаем. Она нам как бы тут не нужна. Можно скрафтить сундучки. Вот, делаем вот такие вот прикольные движения. Да, очень прикольные. Ладно. И тогда после этого будем заполнять еще сундучки. Ребятки, на меня тут уже налетает чувачок. Давайте мы попробуем ему снести щит. А, хотя это у нас читер на Кроносе, походу, да? Вот такое, типа, да. Окей, такое бывает. Как бы сейчас, конечно, тут мы проиграем. Но на этом наш видеоролик подходит к концу. Я не хочу сливать остальное, поэтому я лучше сохраню то, что у меня уже есть. Извините за такие короткие ролики по 6-7 минут. Я в будущем буду делать их дольше. Просто сейчас я снимаю как можно больше моментов, чтобы их хватило на 6 минут. И после этого уже как-то, не знаю, разгоняю ролик, можно так сказать. Потому что мне надо ролики снимать от 6 минут, снять их легко и быстро, чтобы мне выдали ютубер. Это уже второй ролик подряд, поэтому, пожалуйста, хочу вас попросить, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Следующая серия у нас будет, давайте, на 50 лайков. Всем желаю удачи и всем пока. Пока.